Всех приветствую! Сегодня я провожу долгожданный прямой эфир по вашим вопросам и ответам. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы послушать. Я буду отвечать на те вопросы, которые вы задавали в специальной форме. Я уверена, что вы найдете много полезного и много интересного. Но для тех, кто увидит меня впервые, давайте я представлюсь. Ольга Малахова, врач антивозрастной терапии, основатель методики оздоровления и омоложения на клеточном уровне, которая подходит буквально с самого рождения и с молодого возраста для того, чтобы поддержать свою молодость, для того, чтобы ее сохранить, либо в более осознанном возрасте 50+, для того, чтобы вернуть. На самом деле это все реально, и не стоит думать, что только волшебная таблетка, волшебные уколы или что-то вам поможет. Какие БАДы необходимы для восстановления сустава? Для восстановления суставов, вопрос, какие БАДы необходимы для восстановления суставов? Вот эти три БАДа, еще раз показываю. Витамин D – это кальциево-фосфорный обмен. Омега-3 – это смазка суставов, смазка наших сосудов. Это то, что относится к нашим тканям, в том числе и головного мозга, и сосуды, выстилка сосудов. И куркумин, куркумин плюс – это убирает все воспаления, которые есть, открытые и скрытые. Как пить витамин D? Смотрите, пожалуйста, как пить омега-3. Витамин D, куркумин, смотрите, пожалуйста, у меня в профиле называется Shop Malahova Pro. Посмотрите, там целую, я сейчас там пост написала про то, как принимать это трио. Я считаю, что это основа. И есть потрясающие отзывы уже от тех клиентов, кто принимает, про то, как это работает, и что никакие препараты раньше не помогали. Именно этот препарат, это трио за 3 месяца убрали боли. Также, если мы говорим про эфирные масла, то можно носить, есть у нас такая смесь, ваши же аптечки. Вот аптечка — это вообще уникальная вещь. Если у вас нет, то напишите, она должна у вас быть. 15 апреля я буду обучать безоплатно по этой аптечке, входите в мой клуб и будете получать много полезной информации. Вот есть такая смесь у Дотера, называется Deep Blue, глубокий синий. И это снимает все опухоли, ушибы, воспаление. Очень приятно, когда наносите. Пахнет очень похоже на звездочку, но это так пахнет грушанка с мятой вместе. И работает потрясающе, даже при сложных случаях.